25 семей справили новоселье в Касталовском районе Западно-Казахстанской области. Дома построены по программе «Нурлы жер». Ключи от нового жилья получили очередники, работники бюджетной сферы и семьи госслужащих. 22 дома сданы в райцентре Касталовка, еще 3 в селе Талдыкудык. Каждый обошелся бюджету примерно в 15 миллионов тенге. Их построили раньше запланированного срока. Все дома подключили к газу и водопроводу. Но благодаря госпрограмме «Нурлы жер» в новые квартиры в прошлом году переехали более 1500 западноказахстанских семей. На возведение жилья и подведение инженерных коммуникаций было направлено 16 миллиардов тенге. Я работаю учителем химии и биологии в местной школе. Жилье я получила как молодой специалист. В селе построили 3 новых дома по государственной жилищной программе. И я очень рада, что переезжаю в один из них. В нашем районе, кроме домов, была построена еще школа-интернат на 100 ученических мест. Жилье строилось по программе «Нурлы жер». На это из областного бюджета было выделено 166 миллионов тенге.